Здравствуйте, дорогие зрители канала Мост Олимп. Сегодня к нам на работу заехал Mitsubishi Outlander. Мы его разобрали, вот пока что вытащили только ковры для того, чтобы посмотреть, что же все-таки завод сделал для шумоизоляции в этом автомобиле. Задний крыльник у нас вот такой войлок, небольшой кусок, и поролоновая вот такая подкладка в одном и в другом крыле. Вот тут видно виброизоляция. С этой стороны кусочек вот поменьше. Также есть вибро на арках. Но почему-то со стороны багажника только. А нет, со стороны салона есть немножко. Здесь почему-то ее больше. Ну и на полу такие небольшие фрагменты. Эта вибруха клеится на заводе на горячую. Удалить ее практически невозможно, поэтому мы этого делать не будем. Весь материал будем приклеивать сверху. Двери. Двери голые. Хотя дверь очень большая. Слышно, да, как она барабанит. Металл очень тонкий. Площадь большая, соответственно, вибрирует она очень сильно. Все это тоже будем заклеивать вибрухой. Дальше у нас пол идет. Вот здесь на полу под ковром такие вот пенопластовые подкладки. На самом деле они больше для того, чтобы ковер держал форму, нежели для шумоизоляции. И, соответственно, вот здесь вот нет и ничего. Так, что же под этим пенопластом? Под ним вот такая вот вибруха. Тоже очень маленький кусок. Так. Дальше у нас передний пенопласт. Давайте его поднимем. Посмотрим, что здесь. Вот. Все. Больше нет ничего. В центральном тоннеле тоже все пусто, голо. Вот кроме вот такого ковра резинового. Вот он голый абсолютно. Нет ничего. Сейчас мы все пропылесосим, обезжирим обязательно и приступим к поклейке виброизоляции. Закончили проклейку первого слоя в Outlander. Все прокатано. На арках у нас усиленный материал наклеен. Салон проклеен весь полностью. Крышка багажника. И двери. Можем приступать к поклейке следующего слоя. Закончили проклейку Outlander. Все готово. Все клеится вот так вот сплошным слоем. Также готовы двери. Можем приступать к сборке. Завершили сборку Mitsubishi Outlander. Автомобиль готов. Все на местах. Все горит, все работает, все проверено. Можно отправляться в путь. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока.